Итак, ребят, всем привет! Сегодня будет очень интересное и очень полезное видео, так как сегодня я вам расскажу в полном объеме о шурфе. Приехал на деревню, к сожалению, деревня практически вымерла, но здесь есть еще коренные жители. И вот знаете, вот здесь вот были в свое время дома. И чтобы не было у меня разногласий, чтобы не было у меня проблем, я зашел в ближайший домик и спросил разрешения. К сожалению, хозяина не было дома, но там какой-то работник, гастарбайтер или что-то в этом роде был, сказал, что он на тракторе уехал. Я проехал по деревне, нашел три трактора, ребята, три. Вот, мне нужен был Юрий Алексеевич, да? Добро я у него взял. К сожалению, знаете, он что сказал? В неохотку он мне разрешил, потому что как бы... Место, где вот здесь вот, здесь они косят траву, сено. Вот, я как бы, ну, попросил по... Надо находить общий язык с людьми. В общем, мне дали добро. Я сейчас буду здесь вот шурфить и подробно все вам рассказывать, как, что. Взял штатив, постараюсь со штатива все это вам показывать. Никакие нюансы не пропускать. Многие... конечно, критикуют меня за это, то, что я рассказываю о шурфе все подробно, вот, но это нужно делать в связи с тем, что когда приезжаешь на деревню, много безобразно взорванных фундов, которые ну, очень-очень печально разработаны. Нужно, если шурфите, ребята, шурфить нужно правильно. И в этом видеосюжете я вам постараюсь все показать наглядно, досконально, чтобы у вас были находки. А не так, ковырнули там, ковырнули сям и уехали домой пустые. Вот, так что расскажу от А до Я. Фундамент вот, нетронутый, не копанный. И постараюсь потом все красиво, аккуратно сдать. Погнали, да? Все, погнали. Естественно, каждый кладоискатель-копатель знает, что в свое время дома ставили, как говорится, в один ряд. Порядок хорошо. Вон дом стоит. И вон дом стоит. Это означает, дом стоял здесь, дом стоял здесь, дом стоял здесь. И, как вы видите, подсказки имеются прям наглядно. Холмик. Правда, здесь травка скошена, но трава должна быть либо другого цвета, либо другой высоты. Вот, ну, вот таким вот образом. Раз фундамент выглядит, затем фундаменты выглядят вот так вот, в которых находится крапива, конопля, иван-чай. К сожалению, это под сено не годится, конопля. Так что их обруливают иногда, и получаются вот такие очаги. Заросший фундамент находится еще там. В общем, нам интересен пока... Кстати, вот, видите, камень. Наверное, закладной. Или что-то в этом роде. Но я, наверное, перспективу отдам... вот этому фундаменту и буду потихоньку его разрабатывать. Что я буду делать для начала? Для начала, конечно, ребята, нужно взять щуп и щупом продавить, где начинается сам фундамент. Есть какие-то дырки здесь, походу сурки или что-то в этом роде, придется их потревожить, пускай ищут новое место. Вот, иногда на фундаменте видно сопутка, но это у нас железяка, железяка, что рядом с фундаментом. Вот видите, хорошо, камушек есть, керамика, стекло. Вот, смотрите, видите, да? Так, это означает, что здесь, в принципе, можно и пошурфить. Откуда начнем? Пожалуй, начнем с первого венца. Венец где-то находился вот в этой области, вот в этой. При помощи щупа мы определим. Если втыкается хреново, значит, надо втыкать сюда. Тут должно мягко быть. Значит, этот засыпкой будем вот так начинать. Ну вот, ребята, что и следовало ожидать. Пошли, пошли, дорогие. Вот она, первая. Первая крупная. Что за монета? А, все понятно, это... 5 копеек 24 года. Хорош, хорош. Советик, но все же приятно, крупная.
причем на подрезке, видите, да? Я не разбрасываю ничего никуда сильно, а именно накладываю вот такими слоями, чтобы потом, когда я до материка дойду, следующий слой просто буду заваливать, друг на дружку ложить, чтобы потом меньше было трудов заваливать. Ладно, зачет. Итак, пятак только что был, и хочу в онлайне снять, ребят. Пошло керамика, ой, даже не керамика, а фарфор, кости, стекло, и, по-моему, вот в этом, да, в этом сигнале что-то. Упало, да? Что-то здесь. Ну, что-то монеты не вижу. Или это? Это пуговка. Пуговка лысая. Лысая? Да, лысая. Ладно. Давайте еще в онлайне прозвоним. Так. Режу, ребята, плюшками по 5-10 сантиметров. Видите, да? На какую глубину прибор достает. И режу. Ладно. Пока пустенько. Ну что, штык снял, второй снимаю и прозваниваю. И вот следующая прозвонка. О, это уже царь. Царская трешка. Год 1896. Вот такая трешечка. Прозванивать только начал. Давайте я сейчас в прямом эфире прозвоню дальше. Это не царь. Это что-то. Это, ребята, ранняя двушка. Ну-ка, давай-ка 27-й. Нет, это у нас двушка 26-й. Ладно. Ладно. Так, надо звонить дальше. Ну и походу на этом пока все. Да. Пока все. Ребят, только что показывал вам. И вот смотрите, как монетка встала. Наверное, саданул я лопатой. Нет, не саданул. Прям, блин, стенки прозванил. Год 30-й, походу. Да, 30-й год. Так. Ладно. Давайте прозвоним. Так, вот такой горшочек откопал. Второй горшочек. И вот сюда набрасывал немножко. Нет, пусто. 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 Итак, ребят, смотрите, сколько я уже прошурфил.
С левой стороны находок вообще не было. Как подошел вон тот вон абориген. Вот он, как абориген. Ну, я их так называю, кто без роду, без крови, без всего, блин. Не знаю, где он живет, наверное, в каком-то таком сарачке. И вот Юрий Алексеевич мне разрешил здесь это покопать. Что у нас было, ребята? Был у нас стекляшки. Вот такие, вот такого характера, не знаю, что это такое. Печальная бутылочка с надписью «Очень печально». Короче, вот так вот. И хочу вам сказать, вот смотрите, часто задают вопрос: «Сань, докуда надо копать?» Ребят, по идее, надо копать до тех пор, пока идут находки. Но находки заканчиваются вот на таком вот материке. Вот, это чернозем, это маяк, материк, как его еще можно назвать, целина. Вот, именно до этого грунта надо копать. Все это, такого красивого цвета, это у нас засыпка, культурный слой. Дальше, столбушок не выдергивал, специально вам показал, потому что столбушок я его выкопал, и он, как говорится, если у вас вываливается он, это уже тоже как ориентир материк. Вот, так что, если столбики выкапываются глубже, смысла копать нет, там материк. Вот, здесь была печь, может, из-за этого я сейчас именно печь фигарю. Около печи были находки, как я вам всегда говорил, а вот на самой печи как-то не очень. Вот, ну ладно, я думаю, печь-то когда-то кончится, и находки снова пойдут. Снова нас будут радовать. Вот, спасибо дяде Юре. Не хотел он пускать, но хорошо все. Продолжаем. Да-да, ребята, вы видите то, что на самом деле. Я фундамент присыпал. Находки были вот здесь вот. Вся остальная часть, которую я шурфил около часа, чуть поболее, была совсем пустой. И, как вы видите, заподлицо все, ребята. Шурф, ямы нету. И после того, как я всегда, вы, наверное, на видео видите, стеночки я подрезаю, засыпаю с собой, я всегда прозваниваю. И вот сейчас вот на прозвонке выпала монетка. Монетка интересная. Это денежка. Денежка 1858 год. А2. Я так не могу поймать. Что, развальцевали, что ли, или что это такое? Или это просто гурт такой? По-моему, развальцованная. Печалька, если так. Пойдет, пойдет. Итак, ребят, в общем, я за собой, как вы видите, все присыпал. Стало даже лучше, чем было. В общем, не получилось, ребят, преподать вам полностью урок, что хотелось. Вот, так что не обессудьте. Сейчас беру ваниш и буду ходить по верхам. Хорошо, что это. Я спросил разрешение. Воспользуюсь случаем, похожу здесь по верхам, потому что здесь особо по верхам не разрешают ходить, и в свое время здесь очень сильно гоняли. А мы сейчас пройдемся возле фундаментов, может, что-нибудь выстрелит. Блин, солнце прям в глаз светит, так что не обессудьте, если в камеру не смотрю. Вот. А то говорят, когда в камеру не смотришь, это означает, что врешь. Вот. Нет, ребята, я не вру, у меня все честно. Так что погнали сейчас с ванишем по верхам пройдемся. Надеюсь, вкуснять каких-нибудь найдем. Да, надеюсь. Итак, ребят, сейчас небольшой был конфликт с местным населением, в частности, с пастухом. В общем, в грубой форме, ребята, послал у меня: уматывай отсюда и все такое. Не хочу спорить, не хочу конфликтовать. Если такие, честно говоря, вы видели, да, я за собой все ямки прикапываю. Вот все, что я копнул, я везде прикопал. Человек агрессивно настроенный, и с такими лучше не спорить, потому что, как бы, в свое время здесь действительно
сотрудники полиции дежурили, вылавливали. И я не хочу конфликт устраивать. Вот, в общем, здесь поля шикарные, интересные. Вот, и крупный рогатый скот там ходит. Вот, один разрешил, другой запретил. Кого слушать? Конечно же, того, кто запрещает. Поняли, да, о чем? Стучат. Стучат, в прямом смысле стучат. Телефоны сотовые сейчас есть у всех. Моментально дозвонится куда надо. Так что ладно, перееду я, ребят, действительно перееду. Так что ладно, продолжим на новом месте. Благо, здесь есть новое место. Итак, ребят, на этом я буду заканчивать свой видеокоп. К сожалению, он у нас не особо удался. Да, можно сказать, вообще не удался. Планировал выехать на шурф хороший. Вроде как с монеты пошли, достаточно хорошие, бодрые. Вот, пятачок 24-го, трешка 96-го, деньга 58-го, вот, советиков там 4 штучки. В общем, получилось итого, сколько, 8 монет, да, или 7. В общем, не удался коп. Вот, и я не вижу смысла, потому что я переехал на одну деревушку. Здесь, ну, все, здесь делать, наверное, больше нечего. Фундаменты все перебиты, перекопаны. В общем, я думаю, с этой деревни, наверное, будет заканчивать. Надо было сразу ехать на те деревушки, которые были до этого в видеосюжете. В общем, получилось как-то так. 7-8 монет, сопутка, пару бутылочек. Вот, и все на этом. Даже обзор. Хотя давайте обзор сделаю по традиции. Что отыскалось-то у нас вообще? Ну а получилось, ребят, очень-очень пусто. Пятачок. 24-й год. Не знаю, как будет. Язвы, наверное, все-таки будут. А так в целом пятачок выска. Профиль такой хороший. Потет. Трешка. 1896 год. Затертая. Самое, что может быть порадовало, это А2. Денежка 1858 года. Совет 26-й. Бодренький такой, знаете, хороший. Совет 26-й, но убитый. И пятачок 30-го года. Вот такая вот маниста. Достаточно интересная. Какой-то узор. Я такие как бы не встречал. Вот крутилочка от керосинки. Два патрона, пуля. Я их вот этот сразу надломал, чтобы не было проблем, если вдруг. Я почему, ребята, собираю? Я просто делаю панно из донышек гильз, из патрон. Вот, из-за этого я их иногда забираю с собой. Лысая пуговка. На этом и все, ребята. Кинг уже у меня устал шататься со мной. Сегодня будни. Обычно мы выезжаем по выходным, но решили сегодня развлечься в одиночку. Ну, одиночка скучная. Да, Кингу? Скучно? А? Домой поедем? Поехали домой. Поехали.